я выключил сейчас. Вверх. Да, чтобы завести. Угу. Компрессия. Да он не заглох, поворот выключи. Да, я понял. У тебя-то все по-человечески. Да. Вот так вот. Ну, тут денег, да, хорошо тут валили. Четко все сделали. Гляди. Сейчас направо будем ехать. Вот там направо. Видел картины, игрушки? Что, заглох? Да. Ну, едем дальше. Посмотри, Лёх, видишь, вон там горы такие. Ага. Вон там, видишь, дорога наверх идет, но ты отсюда не видишь, тебе нет, дерево мешает. Нет. Вот через полчаса мы будем там, на том бугру. Да. Купаться будем? Вот среди тех полей. Да, мы можем заехать искупаться на 7. Там, пляж. Там есть все, что хочешь. Ну, поехали. Там где-то это, какое-то здание есть. Ну, там, наверное. Здание? Длинное такое, типа ангара. А, есть. А к нему дорога есть? Нету. А то все время хочу туда доехать. А, ну доедем, значит. Сейчас свет включим. Компрессия, да, Лех? На этих моторах. Компрессия сильная. А у меня нету. Вот мы в городе, когда стояли, а город там хрен знает где уже, я показывал ребятам вот, вот этот участок. Дорога вот эта вверх была видна, и вот этот поля с двух сторон желтые.
Вот мы сейчас к ней подъедем уже. Меньше километра осталось. Поднимемся и это самое направо. И поверху поедем. Вдоль Сейма. В сторону Курска. Значит, звезда на один зуб меньше и на 5 кубиков больше мотор. Он валит вообще. На четвертой передаче, вон, смотрите, он ускоряется. А меня уже не везет. У меня звезда слишком большая. Влад так. Влад специально подташнивает.